В общем, раз так много спрашивают, по какому поводу здесь лежу, рассказываю. Вчера я ездила на скорой помощи к пациенту. 83 года, с болями в животе. По приезду мы поставили диагноз холецистит, так как боли непосредственно были в правом боку. И других признаков, по сути, заболевания не было. Но был осложненный анамнез. У дедушки был рак легкого и был проведен курс химиотерапии, то есть иммунитет был понижен. Мы привезли его в БСМП, благополучно сдали и поехали по другим визитам, ясное дело, ничего не подозревая. Через некоторое время мне звонят непосредственно сам главный врач санэпидслужбы и говорит: так и так, вы недавно возили пациента, фамилия, имя называл. Я такая: ну здорово. И дело в том, что у него оказалась нижнедолевая пневмония, которая таким образом и отдавала в правый бок. Конечно, этот факт меня не очень обрадовал, и ясное дело, что теперь моя бригада были контактами первой линии.